Минутка знаний о докторе Наберезовской. Вокруг вируса Зика существует сейчас очень много шумихи, и женщин запугивают этим вирусом, особенно те, которые путешествуют, например, в Латинскую Америку. Хотя этот вирус был впервые выделен в Уганде, а в Латинской Америке его обнаружили в 2015 году. Так вот, на самом деле любой вирус при первичном заражении может поражать эмбрион и приводить к его гибели или же к возникновению порока развития. Но вокруг Зика как раз много шумихи, потому что это новый вирус. В то же время оказалось, что этот вирус передается не только через укусы комаров, но он может передаваться и через и половым путем, то есть через сексуальных партнеров друг к другу. И это необходимо помнить. Кстати, в сперме он может сохраняться до 3 месяцев.